Девчонки, ребята, всем привет! Кривой репортаж из Криневыш. Мы так устали, что решили остановиться в гостинице. Мы едем сейчас из Судака в Москву. Кстати, мы проехали по новым территориям, все в порядке, все нормально, все тихо. Рекомендуем. Вполне быстро, все цивилизованно, все, в общем-то, прошло хорошо. Так, мы остановились вот в этой гостинице. Ну, это примерно километр 800 от Москвы. А тут же заправка и тут же кафе. То есть это сетевая гостиница. Стоит номер 3,5 тысячи. Сейчас я покажу, что мы имеем за 3,5 тысячи в сутки. Но у нас получилось, мы только ночью спали. Нам Да, больше не что мы надо. только проснулись. Да, мы только проснулись. Время 7 час утра. Легли спать, наверное, часов в 10 утра. Вот, заберу визитку, потому что очень понравилось. Сейчас покажу. Значит, вот такой номер. Шторы прям вот глухие. То есть закрываешь, ночью ничего не видно. Все Кровать. очень качественно, Да. скажи, все. Все качественно, да. Достаточно большая кровать, две тумбочки, холодильник, телевизор. Мы этим не пользовались, мы даже не включали. На столе что у нас есть? На журнальном столе. Ну, это можно сказать, что прям вот чуть ли не обеденный столик. Можно кофе попить, чай. Можно в номер заказать еду. Значит, у нас тут два стаканчика для воды. Так, про тумбочки я уже сказала, два стула. Так, дальше что у нас там? Что мы видим? Мы видим машина, стоянка охраняемая, кафешечка там, пончик есть. Ну и бензин, сколько что там стоит, вот показано там, видите, вот, палка нарисована, что, да как заправка. Возьмем с собой визитку. Да, визитку я показала, уже Вот я взяла. еще расскажу. Давай. Смотри, ну помимо, что мы уже сказали, это очень классная ткань. Шторы, которые закрываешь даже днем, ты можешь высунуться. Холодильник холодная поставить. Если кому-то вздумается телевизор. На полу очень приятный, не скользкий. Ламинат. Ламинат, да, он какой-то. Керамогранит какой-то. Угу. Это не ламинат, подожди. Это плитка. Плитка такая? Да, под Как ламинат ламинат? керамогранит. Хороший, причем очень качественный. Там говорю, что это не скользко вообще. Похоже на ламинат. Здесь шкафа нет, но здесь все необходимое для того, чтобы повесить одежду, Вот которая эти вот, да. приехала. Вот эти пакеты, которые Марика трогает, девчата, это тапочки одноразовые. Это Вот они. тапочки, да. Видишь, какие тапочки? Мы помылись вечера, да, вот пришли здесь. Покажи, какая. Вот удобненько, ничего не расшатано. Это бойлер висит для горячей воды. Смотри. Показывай дальше. Все, давай, да. Хорошо. Значит, что у нас в ванной? Ванная я. Доброе утро. Так, значит, бесплатно. Ну, не бесплатно, а входит в стоимость. Две одноразовые зубные щетки. Выглядят они вот так. Ну, мы ими уже попользовались. Мокрые коробочки. Сейчас. Откроешь мне, покажешь? Ой, да, размокла коробка. Ну, ничего страшного, давай, доставай. Просто, чтобы видели люди, как это все выглядит. Вот такая щетка и Зубножечко. зубная паста маленькая. Вот. Дальше что идет в комплекте? Вот такой мыло, кусочек мыла. Как раз вот один раз помыться, все. Руки помыть, зубы почистить там, вот, Мне ну, кажется, для это гигиены. эко-упаковка, которая представляет. Наверное. Это тоже самая такая же абсолютно упаковочка. Дальше что мы имеем? Дальше мы имеем Покажи. в душ-кабине мы имеем два геля для душа и два шампуня. Ну, то есть людям вот такие вот два геля и два шампуня. Люди пришли, помылись, не парятся вообще. 3,5 тысячи стоит, девчата, номер. Ну, конечно, не дешево, считай, просто переночевать. Это, грубо говоря, если ты сутки не занимаешь номер, то у тебя получается твоя чистая цена 7 тысяч за номер. Стоит, да, какие подушки? Вот для меня лично, Вики не очень, как бы, да, любит Я спала без подушки. подушки, да, у Но меня без спина больная. подушки, они такие. Вот ложишься, знаете, и провалился в сон. Ну, не потому, что я была уставшая, а потому, что для меня это очень подходящая подушка. Девчата, в общем, короче, мы выспались. Я очень Да. У меня все еда уже. И Ага. очень хорошие одеялки. Средние такой Да. толщины. И здесь в кафе внизу, ну, как вот написано, столовая пончик-помпончик. И еще там у них личная, еще одна рядышком столовая вот этой гостиницы, так называется, Люксойл, вернее, Юксойл. Это еще и заправка. Вот. Там у них очень неплохая кухня. И сейчас пойдем пить кофе и что-нибудь перекусим.
Ну, на завтрак что-нибудь возьмем. 10% скидки, если вы останавливались в этой гостинице. Сейчас объясню, почему выбор пал. Вот, ну, цена такая, знаете, ну, не дешевая, в общем, ну, дороговато, да, для нас тоже дороговато. Но мы были в гостиницах, попробовали остановиться в гостиницах за несколько километров до этой гостиницы. Ребят, несколько штук обошли. Несколько штук обошли, от 2 до 3,5 тысяч цена. Вот за 2 тысячи вообще невозможно. То есть такое ощущение, что это просто какой-то гадюшник и нары какие-то стоят. Вот реально. Проветренное помещение, где просто накурено. Допустим, в нем, ну, видимо, не только курили, отдыхали по полной. Такое все ободранное, расшатанное. И ощущение грязного белья. То есть ты боишься даже телом лечь. Думаешь, как я заплачу деньги 2-2,5 тысячи и не смогу даже раздеться и лечь. Три гостиницы придорожных. Одна еще более-менее. Ну, две другие там... Да. Номерами смотрели. Один вообще убитый, вонючий, а другой номер чуть получше. Ну, такой, знаете как. Ну, я побрезговала, например, да, даже на белье лечь. Вот, девчат, вот поэтому, если что, не сочтите за рекламу, просто говорим, что вот были в этой гостинице. Дорого, да, но понравилось вот в плане поспать, отдохнуть. Вот сейчас приняли душ, почистили зубы, как люди. Все, да, пойдем завтракать. Все, и поедем дальше домой в Москву. Кривой репортаж был с вами. Искренне ваш. Вот такая вот обзорчика, да.